Трикевна, поговори со мной, милая. А то врать некотенно, царица. Чтоб поговорила с нами. Ты же самая разговорчивая Рисавелиса. Ну-ка, гунь-гунь-гунь. Скажи, гунь-гунь-гунь. Нет, не буду. Гунь-гунь-гунь. Ты партизанкой стала, да? Уши сложно. Патрикевна, ну расскажи что-нибудь, ну как тебе живется? Как живется? Как живется? Давай, говори. Вот, да. Уф-уф. Гунь-гунь-гунь. Расскажи маме. Расскажи, как ты тут. Моя девочка. Ну как, малыш тебя не обижает? А ты его? Нет? Точно нет? Трикевна. Ну что, уф. Уф. Вот давай, а? Гунь-гунь-гунь. Расскажи что-нибудь. Да не хочет. Ну скажи что-нибудь, ну, моя девочка. Тебе сердечек дам. Не купите. Патрикевна, ты стала молчуней. Ну что такое? Твои поклонники требуют твоего интервью. Что делать? Что я, как я должна тебя озвучить все? За тебя же не могу. Давай, давай, давай. Трикевна. Два слова, да. Еще. Еще два слова, пожалуйста. Для своих поклонников. Давай. Трикевна. Два слова для своих поклонников.